Итак, всем привет, с вами Сталкс. Сегодня мы продолжаем проходить Thief. Это было достаточно быстрое вступление, и почему-то был кодировщик прям на секунду, прям вот на микросекунду он был перегружен, потому что я включил, кажется, запись. Он, кажется, так всегда делает, ну ладно. Что, читать не будем? Ладно. Так, ну вот сейчас в этой серии нужно прям полностью закупиться. Я посмотрел, сколько глав всего в Thief'е. В этой игре там их всего 8, то есть сейчас видосик пройдет. Тебе что-то переменилось, дитя теней. Баланс Примали нарушен. Она говорила с тобой, но ты не слушал. Ты говоришь об Эрин. Сила Примали не просто вошла в нее. Она сделала Эрин частью города. Если Эрин умрет, пока Прималь в ее теле, весь город исчезнет, словно его вообще не было. Барон думал, что Прималь можно извлечь с помощью всех осколков. Три — это еще не все. Но ты видел недостающую часть. Думай! Орион. Сегодня ночью ты должен попасть в собор. Укради последний осколок у Ориона и найди способ извлечь Прималь из Эрин. Она должна выжить. Ты нужен городу, Гаррет. Я не спаситель. Нравится тебе или нет, но человек не остров, Гаррет. Чтобы быть одиночкой, надо, чтобы было кого сторониться. Интересная бабулька. Так, ну, короче, их всего 8. Мы сейчас начнем седьмую. Но, к сожалению, седьмая у нас пойдет немножко в другую сторону, так как мы сейчас... Нет, мы не будем ничего делать, так как я вижу, что весь город будет полыхать в огне, если так будет. А, нет, это как раз-таки прошлый этот, это мост как раз-таки. Короче, если сейчас будет все полыхать в огне, тогда мы не будем выполнять дополнительные задания, а просто пойдем по сюжету. Если коротко о главном. Просто пойдем по сюжету, если все горит. Если ничего не горит... Собор находится в старом квартале. Ничего не говорит, не горит. Он хорошо. Стоит заброшенный с незапамятных времен. Так, и заодно сейчас будем покупать. Так, секундочку. Все, перегрузка вновь завершена. Город меняется. Так, это... Новая эпоха это наступила благодаря Ориону. Как же... Окей, мне кажется, каждое движение... Любое движение неправильное будет перегружать все. Так, давай без этого, окей. Так, давайте начнем по заданиям. Не по всем, конечно. Все мы дополнительные задания выполнять не будем. Хотя зачем я их буду сейчас выполнять? Тихо. Карта. Вот я сейчас не вижу смысла выполнять эти задания, кроме того, что сейчас пойти в арсенал. Если это арсенал, это лавка. И забрать. Ну, то есть, давайте по пути вот все вот задания в этой части мы сейчас сделаем. Вот в этой части. А все остальные мы... Оставим просто. Просто оставим на потом. Ну, не, даже не на потом, а просто оставим. Зачем они нам? Ух ты, прикольно. Ну да. Так, хорошо. Тогда сейчас идем в лавку. Закупаемся по полной. Так, нам направо. Закупаемся по полной. Потому что я не хочу использовать потом все эти. Деньги-то я в любом случае не буду все использовать. Людей вообще нету. А если есть, то... Все хорошо, кстати.
Я удивлен, но как-то все хорошо. Так, войти. Просто сейчас, если дополнительных заданий смысла нету, я на них потрачу около 15 минут, и мы как раз-таки пойдем на... И как раз-таки мы пойдем в сторону... Они все сожгли! Ну понятно, да, дебилы. Как еще же? У меня есть товары для темных дел. Давай. Так, мне нужна канатная стрела. Купить, 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 купить на максимум. Пятерочка есть. А, инструменты. А, слегка уменьшает время прицеля. Нет. А слегка увеличивает урон. Нет. Голова увеличивает максимальный запас стрел. Нет. А, подожди, всех видов? Так. Так, стой, 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 стой. Всех видов. Если всех видов, то я... Сейчас попробую, короче, купить. Затем. А, всех видов. Хорошо, все. Больше стрел я покупать не буду. 2500, это грабеж. Пойдет. Кожаный комбинезон. Ну, ладно, пофиг, это не будем покупать. Урон от дубины без разницы. Умеренно увеличивает чувствительность при взломе замка. Это нам пригодится. Все. Остальное нам не нужно. Че, покупаем баночки? Что, что такое? Счастливая... Вот это я возьму. Ты что такое? Увеличит максимальный запас здоровья? Неинтересно. Снижает цену мака на 25... Ну, не. Снижение цену ресурса. Увеличивает эффективность выполнения здоровья... А, нет. Зазубренная охотничья стрела поражает цель бесшумно. А зачем мне это? Уменьшает урон от восп... Чё? Уменьшает урон от воспламенения ловушки. Не. Хотела... Нет. Уменьшает вероятность попадания вражеских снарядов. По мне ни разу не попадали они. Так, ты что такое? Значительно увеличивает максимальный запас здоровья и концентрации. 28 тысяч. Увеличивает максимальный запас концентрации здоровья. Сильно. Нет, оставайся в тени. Ни насколько не увеличился максимальный запас здоровья. Ой, концентрации вообще. А я тебе скажу. Знаешь, что хуже всего в старости? Писать по 15 раз за ночь. Здорово. Полезная информация, ладно. Так, давайте выполним вот как раз таки два задания. А это что такое? А это крысам. Выполним вот эти два задания. Четыре задания выполним. И все. Товары для воров по грабительским ценам. Ну, правильно. Будешь меня грабить, просто используя монеты. А именно товары, чтобы я их просрал. Ну да, грабеж. Не сюда. Понял? Не сюда. Так, еще надо посматривать за кодировщиком. А именно на данный момент это жесткий диск здесь является. Кодировщиком является жесткий диск, потому что туда записывается сейчас все. То есть, если он перегружается, происходит зависание, как было в одной из серий, которые были очень неприятны. Я остановился, появился, остановился. Только я говорил, меня было слышно, но... Перегрузка чего именно, я не знаю в тот момент было. Чего именно перегрузка в тот момент. Так, хорошо. Нам... Интересно, что они кладут в баланду? Что-нибудь такое, чтобы было на вкус как баланда? Я не знаю, как на вкус баланда, ну чё? И что это вообще за еда такая? Так, нам на... Вот это я... Кодировщик? Ну, конечно! Это я сейчас посмотрел в небо просто, да? Проходя, посмотрю. Не, нормально все. Так, ну у нас есть канатных стрел 7. Купили, теперь можно их тратить.
Теперь, конечно же, можно их тратить, но не так часто, как... Так, хорошо. Так. Так, что нам тут? Город воняет хуже, чем когда-либо. Вот жилище той юной леди. Честно говоря, напоминает птичью клетку. Так, еще один воздыхатель, еще один подарок. Отец требует, чтобы я продолжала кокетничать и прячет все подаренное мне безделушки под замок. Ему кажется, что он манипулирует мной, но он ошибается. Прошлой ночью я спряталась в шкафу, подсмотрела, как он открывает сейф и вырезала код на двери. О, интересно. Осталось оглушить старого ублюдка и сбежать с тем, что по праву принадлежит мне. Уж извини, но это будет теперь по праву принадлежать мне. Хорошо. Так, давайте пароль. Не здесь, значит, хорошо. Ку-ку-ку-ку-ку, вот это да. Так, я заберу у тебя все, пожалуй, что ли. Ничего. Эй! Кто там крадется? Тут ничего. Ух ты ж, бля. Я жду. Иди сюда. Вот так-то лучше. Надеюсь, это не мрак. Надеюсь. И что дальше? Ну дальше не заходи в эту комнату никогда. О, нет, я знаю, что дальше. Дальше ты будешь у нас спать, отдыхать. Ну да, эти больно. Задания занимают сколько-то, какое-то количество времени. Они достаточно интересны. Только попробуй сейчас включить свет. Че? Вот бы сюда ларек с баландой. Что такое вообще баланда? Вернее, он звучит как какая-то херня. Ну, то есть, прям невкусная вообще. То есть, никаким образом, ни в каком месте она невкусная. Я заболеваю. Чем ты заболеваешь? Я это чувствую. Уж извиняюсь. Ну, а теперь нужно найти сейф. В каком именно шкафу она вырезала, мне интересно. Точно не в этом. Так, а что я закрываю? Там ничего не было? Тут не понял. Ничего, понятно. Так, вскрываем замок, окей. Ну да, теперь полегче взламывать. Только крутить, конечно, все равно приходится. То в ту сторону, то в ту сторону. Ну что же у нас тут? О, Радив. Ты что, серьезно, флягу охранял? Ну, я уже оглушил для тебя его, так что дальше сама. Только все равно я у тебя заберу. Все, что ты... Уж извиняюсь, конечно. Хотя не факт, что я заберу. Это я возьму. А, это и есть, это было задание, хорошо. Кто? Это и было задание, ну ладно. Вот это он долго думал. Так, вот здесь он, она могла где-нибудь тут написать, да? И... нет. А, ну то есть я у тебя ничего воровать не буду, ладно. Или же где-то тут сейф. Ну ладно, тогда. Тогда выходим через другую. А, здесь что-то было, а что я это не брал? Что это не взял-то? О, другое дело. В принципе-то я мог здесь обойти и все потом обыскать, ну ладно.
Выходим. Главное, чтобы канатных стрел больше не нужно было, а то... Затратно. Спокойнее. Подожди, нет! Возвращайся на место. Возвращайся обратно. Залезь, пожалуйста. Я не хочу... А, ладно. А, здесь что-то есть? Так, ладно, тогда... Хотя, подожди, здесь что-то есть. Блин. Карта. Здесь что-то есть. Ручное. Зеркальце. А как туда... А, это где-то в квартире, понял. Ладно, давайте опять оббегать и идти сюда или... Или же нет? Нет, давайте все-таки мы сейчас как раз-таки вернулись к заданию. Ладно, давайте там. Они интересные, но... Хватит. Ты что делаешь? Вот сейчас передировщик... Там у меня ничего не перегружено. Каково? Ладно. Передировщик сейчас просто так хочет это делать. Ради прикола. Ладно. Короче, если там задания будут по пути, то можно, в принципе, их выполнить. А удерживать... Так, а вот тут уже все горит, мне это не нравится. Это же бабушка какая-то. А, это что? Это же хорошая. Понял. Хорошо. Где у нас? Опять что ли? Опять за свое? Хватит, остановись. Хватит. Остановись, я говорю. Ну да, да, конечно, надежды тут полным-полно, я не отрицаю. Ты такое ломающееся. Спокойно, спокойно. Вот бы чернорукий залез в моё. Ты, кажись, припасла для меня там сюрприз, который меня вырубит, и ты захочешь выкуп за мою голову. А, меня, то есть, если меня палят, то все, ладно. Хорошо. Так откуда я должен был знать, что ты там... А, да, точно. Я F-очку-то не прожимаю. И не слушаю. Так, ну... Они мне все пути отхода убрали. Так, все, ничего нет. Что? А, тушить. А, или я могу... Как прикажешь, брат. Так, давайте наверх разберемся. Соберись, пожалуйста, спасибо. А, нет, я здесь спускаюсь и сюда спускаю. Хорошо. Ну, тогда остается лишь одно, идти как-то вперед. Придет новая эпоха для всех нас. Пройдет, вера должна быть подниматься. Крепкой. Грядет новая эпоха для всех нас. Куда ты пошел? Сюда иди. Город наш, но эта миссия только начинается. Привет. Поднимаемся. Так, все самое трудное пройдено. Нет. Слишком много времени я на это потрачу. Это у нас что? А, на это я еще больше времени потратил. Ну ладно. Идите, братья.
верующим так, встретить новый распят. Мы увидим Ориона? Вот и все. Какого Ориона? Надо убедиться, что у меня все готово. Назад дороги уже не будет. Серьезно, все? А, ну седьмой тайный город. Не пугайте меня так, что назад дороги не будет. А, ну возможно и не будет, ладно. Ну ладно, дополнительные задания там, они что там? Что они там? Ну, дополнительные, так дополнительные, что не чинить, как говорится. Почему нет? Так, а почему бы... А, все, пошли. Что-то как-то тихо. Так, в этой игре очень странно звуки располагаются. То есть, озвучка совсем другая, не то, что написано в субтитрах. Вообще это все другое. Это последний собор города. Разрушенный дом старых богов. Если бы камни могли говорить, они бы говорили загадками, как королева попрошает. Я просто заранее вскрою. Если надо будет как-нибудь заходить. И кто-то храпит. Так, нам туда, а здесь что? Я не могу ее бросить. Моя дочь умерла. Ну да, конечно, получается. Так, ну у меня есть способ подняться. А, то есть я мог там зайти и мог здесь зайти. А почему я не там не зашел? Ты дурачок, да? Потому что я не то решил сделать. Не ту сторону посмотришь, ладно. Понял. Что бы это могло значить? Иди, друг. Может что-то заметишь. Так, давайте тогда пошли туда. Просто это самый открытый способ, а это я пойду по самому закрытому способу. В прямом смысле закрытому. Наверное, показалось. Ну да. Птица-то показаться может. Что, разговариваете? Это опасно, кстати. Вот молния, это опасно. Кто говорит? Вы чё? Кто зевает? Сверху кто-то, что ли? Я пытаюсь не унывать. Честно. Вижу. Вообще-то бессмысленно. Привет. Вот где на пороге. Вот кто спит. Так, сейчас молния пройдет. И можно будет идти. Хотя грома с молнией... Грома... Молнии без грома не бывает. Кажется, у меня зуб шатается. По идее. Вот что-то сейчас должно. Замерзло. Что-то странное. Херня какая-то. Сейчас F5, подожди. Я произойти, может, прикол. А вот и прикол, кстати. Так вот в чем прикол. А, нет, ну вот в чем прикол. Или вот в чем прикол, да? Так, ну сверху. А, вон еще куда можно. Сейчас уберемся. Какой мне птичка? Привет. Как там последнее сохранение? Не зря сохранялся. Так, значит, с верхнего точно вырубать придется. Он мешает больше всех. Ну, то есть... Я про то, что там что-то сверху интересное, а он такой... Отвернись. Отдыхаем, ребята, отдыхаем. Золото. Открыть замок. Давай узнаем, что здесь. Стрелы.
Здесь должны быть стрелы. Так. Здесь должны обязательно должны быть стрелы. Если их здесь нету, то... То ладно. О! Которые... А, удушающие. Ага. А, ну да, тут какие еще могут быть, кроме зазубренных-то? Так, хорошо. Дальше. Давайте сейчас подумаем, что дальше. Нам нужно пройти туда. То есть нам нужно поверху пройти. Если нам нужно пройти поверху, то значит нам нужно пройти там. Спокойно. Прыгиваем. Значит, погнали там. Здесь я просто забрал стрелы. А с той стороны я пройду дальше. Ну, по идее. А тут что у нас? Что еще ниже что-то есть? Тушить, нет? Так, можно тебя тушить? Нет, нельзя. Здрасте. О, маг. Еще есть? И зачем ты мне нужен? Ой, ты уже мертвый, ну... Уж извини, конечно. Так, а куда нам? Как нам пройти? И там это, не надо. А как-то можно попасть наверх? Через окно. А значит, где-то должен быть вход. Не здесь. Птица. Сейчас я пяточка здесь. Кайф. Я не в настроении шутить, друг. Так, я, значит, здесь как-то мог пройти. Видимо, ложная тревога. У нас есть задача. Какая... Так, здесь был еще один проход. Ладно, запомнил. Если хочешь меня обокрасть, то теряешь время зря. Сейчас, значит, ничего нет, да? Наверное, показалось. Тут все спокойно. Ну, не туда, так что... Это за мной, что ли? Тебе верить нельзя. Ну, как-то странно сейчас все произошло. Очень странно. Ну, нам сюда. А здесь? Кто-то спит? Или там кто-то? А, там кто-то спит. Ух ты, опять? Куда? Ну, это я понимаю, что это, скорее всего, прогрузка. Но стою на месте. А как идет вот это... Хрень с кодировщиком не станет нормальной, пока не исчезнет. Так, подожди, что? Кто-то есть? Нет, никого, тогда ладно. Поздно уже. Так, это же берем. Да он, интересно, это все убирает. Он превращает это сразу в деньги? У него сразу волшебные карманы? Так.
Оба. О, горсть монет, ну ладно. Закрываем. И идем дальше. А. Куда они спускаются, там уже темно, непонятно. Я опоздал на последнюю экскурсию. Отлично. Не люблю толпу. Я сам найду дорогу вниз. Не надо. Нет. С этим местом. Поднимаем. Какая тут что? Я слышу. Озаренные идут за тобой. Я... Сдавайся! И, быть может, я пощажу тебя! Да-да. Так. Деньги, но вы бы мешали больше всех остальных, мне кажется. Так, давай возьмем тебя, если хочешь. Нет, у тебя ничего не было, ладно. Так, ну все, минус 2. Это уже дело хоть. Ты что, издеваешься? Нет, это уже... Нет, это не копировщик. Ладно. Болит. Почему вы просто не нажали на рычаг, а? Ладно. Когда припасы будут отправлены вниз? Лифт старше, чем этот квартал, и так без ножа. Сам Орион не заставит его идти быстрее. Спит, не спит? Как думаете, спит, не спит? Лифт для припасов. На нем можно спуститься. О, привет. А ты что сюда идешь? Блин, я же ничего не вырубал. А, да, конечно. Когда все излечатся, мрак останется лишь страшным воспоминанием. Здесь нету врагов? Нет, тебе кажется. Так, это я не успел. Так. Так, надо подумать тогда. Лифт для припасов. На нем можно спуститься. Ну, погнали тогда ровно на цель. Больше веры, братья! Буря очистит улицы от клима тиранов и от неверных. Скоро мы станем свидетелями нового рассвета! А, можно две пульнуть. Надо отдохнуть. Я смогу поверху перейти. Не, канатные стрелы это универсальные стрелы, которые всегда пригодятся все-таки. Кто там никого. Блин, он спускается. Тут, надеюсь, не. Блин, конечно, не будет. Это. Ага. Уже? Не видно. Это я забил. А куда делись продавцы Балуни? Ну, подумай, куда они могли деться. Как не исчезнуть? А, мне в любом случае... Спокойно, пожалуйста. Я совсем замерз. А, нет. А, да. Или нет? А, да. Все равно в любом случае там проходить, ладно. Сейчас будет легче пройти здесь. Ну да, тебя вообще не слышно. Вот так, сюда. Ну и зачем я спускался? То есть, ладно, давайте тогда в следующей серии тоже закончим. Спокойно. Так, давайте тогда сейчас туда отойдем. Там кто-то идет? Че, издеваешься, что ли? Ночью глаза подводят меня. Конечно. Ты вообще
Не надо так. Смотреть лучше надо. Ладно, давайте на этом закончим. В следующей серии мы продолжим. Ладно. Итак, всем пока. С вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии. И всем пока.